На какой технике выходил? Была ли она? Все сами. Оценка. Я знаю. Не слышу. А, ты колесный техник? Хорошо. Вытянули колонну, начали стрелять. И дальше ваши действия. Ну, коли артилерію накрили, дуже багато було 200-300. Ми їм нічим не могли допомогти. І нас окружили, і ми здались. Страшно було в плін здаватися? Ні, ми ціленаправлено вже йшли в плін здаватися. Не знаю. Надіюсь, все буде хорошо. Як ребята, хорошо себе ведуть? Хорошо. Гашев, я с ним разговаривал сейчас. Это звание. Это сброя, регенпальная сброя. Это что у нас тут? АК-74. Разговариваешь, он говорит одно, а вот список оружия, которое внесено в военный билет, говорит о том, что другое. АПС это специальное оружие. АКСУ. Это люди, которые занимаются штурмовой деятельностью в основном. РПГ-7. Гранатомет. АК-74. Да, смотрите, как парни, да? Нехило. Удостоверение участник войсковых ДИ. Гашев. Так, против терроризма боролся, блин. Вот, все территории Украины. Так. Участник боевых действий. Оружие специальное, разведчика, бесшумное. Понимаете? А получается, что мы говорим о простых рыбовцах. Серьезные ребята очень. Первый. Это 36-я бригада. Я понял. А куда шли? Давайте. Послушайте, ребята. Да? Вы у кого-то?